Конечно же, человеческая кожа, она не такая плотная, но здесь важна логика. Вот, допустим, вы укололи филлер, плотный филлер. Это у нас RHA3. Вводим его сюда. И видите, что он вытекает. Он не поднимает кожу. Если мы уколем вот так, видим, что филлер пытается пройти в соседние слои, но не будет поднимать, сильно поднимать вот эту часть кожи. Возьмем еще один филлер, уколем в этот шар, и видим, он тоже вытекает. То есть он не поднимает вверх, как нам рассказывают, а он старается растекаться по соседним слоям. И, как видим, лифтинг небольшой. Смоделируем ситуацию на примере геля для волос. Мы уже сравнивали, что он по своей структуре похож с мягкими филлерами, с филлерами с гиалуроновой кислотой в районе 15-18 миллиграмм на миллилитр. Итак, вводим филлер. Так, вы видели тот самый неловкий момент, и, кстати, это может случиться с каждым из косметологов-дерматологов, если вы будете плохо закручивать иглу, но это не стандартный шприц, как, например, те, которые используют фирмы-производители гиалуроновой кислоты. В тех шприцах так не слетают иглы, но могут слетать, если вы не сильно докрутите. Но мы будем продолжать эксперимент. Итак. Мы видим, да, что филлер, он пытается проникнуть в другие слои, он будет растекаться, но в глубоких слоях филлеру недостаточно плотности, чтобы поднять структуры кожи. Видим, что даже вот здесь вот он начал появляться. Конечно же, этот слой, он очень толстый, и кожа намного тоньше. Но логика в чем? Филлер мягкий. Вот берем, допустим, филлер Princess Filler. Как помните, он был довольно плотный. Допустим, вы его ввели в глубокие слои кожи. Он по плотности такой же, как Ювидерм Волюма и другие препараты. И теперь представьте, что над этим филлером вот такая вот плотная кожа. Представим, что наша кожа, она тоньше, чем здесь. И просто подумайте, сможет ли филлер удержать весь этот слой, сможет ли так наполнить, как вам рисуют на графиках, создавать пирамиду и так далее. Он в любом случае будет распространяться в другие слои. Только он не будет распространяться, если его будут ограничивать связки или какие-то более твердые структуры. В мягких структурах он будет всегда стараться распространяться.